27 марта в актовом зале администрации состоялась 48-я сессия собрания депутатов городского округа город Хасавюрт 5-го созыва. На повестке дня значилось 5 вопросов, основным из которых стал отчет о результатах деятельности собрания депутатов. Основным докладчиком выступил заместитель председателя собрания депутатов Мирза Магомедов, который отметил, что вся работа, проделанная за истекший период, достигла положительного результата. Удалось укрепить монолит наш многоязычной хасавюртской семьи, не допустить дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе. Все это было достигнуто благодаря добросовестному труду горожан, отношению к порученному делу руководителей всех служб подразделений муниципального образования города Хасавюрт. Свое видение о деятельности представителей собрания городских депутатов высказал Мухаджир Салыхбеков, депутат, работающий на постоянной основе, обозначив, что активность в работе повышается. Особо подчеркнув значимость роли общественных советов. Нужная работа этих советов. Мы практически выполняем 131 статью Конституции о необходимости приближения органов самоуправления к избирателям. Туда в советы включены и депутаты, и родительская общественность, и работники управления жилищно-коммунального хозяйства, юристы, я имею в виду участковые инспектора, и многие-многие другие, охватывающие все. Далее на собрании выступил Марат Даибов, член постоянной комиссии по бюджетам, финансам и налогам, в своем докладе отметив, что за 2016 год комиссией был выполнен утвержденный план работы и озвучил статистические показатели. В 2016 году комиссии было проведено 4 заседания, 3 плановых выезда по учреждениям, 1 здравоохранение, 1 образование, 1 социальная сфера. 6 неплановых вызовов, 2 по здравоохранению, 2 образования, 2 социальная защита. В 2016 году комиссия по образованию, здравоохранению и социальным вопросам рассмотрена 15 устных заявлений. По вопросам здравоохранения 5. Основные вопросы касаются получения медикаментов для годников и больных, находящихся в стационаре. По вопросам образования 6. Основными эти вопросы касаются постановки детей на учет в детские сады. По вопросам социальной защиты населения 4. Основные вопросы касаются своевременных выплат. В продолжении сессии выступил также заместитель прокурора города Магомед Мажидов, в своей речи сказав, что в работе депутатам следует обратить внимание на совместную законотворческую деятельность. Основой правотворческой деятельности собрания депутатов является совершение муниципальной правовой базы по вопросам местного значения, включая вопросы обновления имеющихся и принятия новых муниципальных правовых актов. Участвуя в заседаниях собрания, мы приходим к выводу, что некоторые нормативно-правовые акты, которые принимаются на сессии, их принятие не предшествует направлению прокуратуры города проектов нормативно-правовых актов, фактически антикоррупционная экспертиза по ней не проводится. Эта ситуация происходит из года в год, необходимо ее, конечно, переломить. Депутаты обсудили также внесение изменений в состав президиума и постоянных комиссий собрания депутатов городского округа в новой редакции. Утвердили порядок обеспечения доступа к информации о деятельности собрания депутатов. Особое внимание планируется обратить на повышение роли депутатов в решении вопросов экономического, жилищного и коммунального характера. Повышение роли горожан в соблюдении правил санитарного состояния. Кроме того, были затронуты вопросы о внесении изменений в решении собрания депутатов о бюджете муниципального образования за 2017 год и внесении изменений в решение о переименовании улиц города. Бека Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».